Човівторка о восьмій вечора. Валерій Калниш у програмі Я не можу не спитати. Година інтерактивного діалогу того, хто вміє ставити питання із тими, хто краще за всіх розуміє, що відбувається навколо. Слухай на Київ 98 FM та дивись ексклюзивно на Ютуб каналі телеканалу Київ. Вітаю! Мене звуть. Валерікавниш, так, це програма. Я не можу не спитати. Ми сьогодні, здається, не будемо говорити про політику та економіку. Будемо говорити про головне, будемо говорити про наших дітей. Я нагадаю, що саме тиждень тому в Боярці сталася трагедія, коли дві дівчинки сімокласниці, вони прийняли по 40 пігулок, одна 40, інша 39, і одна з дівчинок померла. На жаль, потім було ще, здається, три випадки. Після того прокинулись народні депутати, які вирішили розробити законопроект, яким забороняється, пропонується заборонити продаж дітям до 14 років ліків, наскільки я пам'ятаю, потім Міністерство освіти запустило. Або розповіло про те, що у них на сайті є розділ безпека дітей в інтернеті. Згадали про чат-бот кіберпес, де в вайбері або в телеграмі можна буде відповідати, ставити питання стосовно булінгу. Ось про все це ми будемо говорити. Наталія Бугаєва, медичний психолог, суїцидолог, спеціаліст з кіберу, кіберпсихології, якщо можна так сказати. Зараз з нами. Вітаю вас. Добрий вечір. Давайте почнемо с ситуации в Буэрце, ну и взагалі с э, детей. Первое загальное питание, почему дети берут участь в таких смертельных забавах? Мы прекрасно понимаем, что это возраст, когда ребенок взрослеет. Ребенок э, обычно пытается определить границы собственных возможностей. Но психика детей еще находится в стадии формирования. Эмоционально-волевая сфера не развита, модели поведения не сформированы. При всем при этом дети хотят быть взрослыми чем старше подросток, тем сильнее происходит сепарация от родителей. Значимым является то, как воспринимают его, его сверстники. И подчас, даже если ребенок чего-то не хочет делать, он делает это просто для того, чтобы не стать изгоем, чтобы его не изгнали из определенного сообщества. И в том числе из сообщества, которое может быть в виртуальной реальности, в киберпространстве. Это очень важно. И именно поэтому дети, к сожалению, легко доступны для психологических манипуляций. Если ребенок знает правила психологической кибербезопасности, если он их соблюдает, это очень хорошо, но при всем при этом мы понимаем, что чем меньше возраст ребенка, тем больше должен быть внешний контроль, но постепенно этот контроль должен ослабевать, и у ребенка необходимо формировать самоконтроль, для того, чтобы ребенок умел говорить ⁇ нет ⁇ Почему это очень важно? Потому что ребенок должен осознавать, что он личность, и он не обязан делать то же, что делают другие. К сожалению, у нас этому детей не учат. Ну, это в детстве, когда мать маты або батько казали, ну, если твои друзья будут стрибать с девятого поверху, ты тоже будешь стрибать. Это же про это, чтобы люди, дети, ну, они же люди, Відірвались від цієї колективної залежності, і як можна, ну я не знаю, рецепт не рецепт, а як дитині почати формуватись як особистість, яка не залежить від колектив, колективного якогось такого я. Мы же знаем, что существует такое понятие, как воспитание. Но воспитание ⁇ это очень сложный процесс на самом деле. И, как говорят, воспитатель прежде всего сам должен быть воспитан. Мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда родители они скорее являются снабженцами. Они снабжают ребенка едой, одеждой, они дают ему всякие блага, гаджеты, учебное заведение. И полагают, что этого достаточно для того, чтобы выполнить свою родительскую функцию. В учебных заведениях в большей мере выполняется образовательная функция, потому что у нас в настоящий момент так поставлен подход к образованию, что если, например, что-либо сказать ученику со стороны учителя, может восприниматься чуть ли не как буллинг, то есть воспитательная функция фактически подавлена. И таким образом мы сталкиваемся с тем, что воспитательная функция подвисает в воздухе, а очень важно воздействие взрослых, присутствие взрослых для того, чтобы ребенка научить правильно вести себя в определенных ситуациях. Правильно, потому что ребенок не может не формироваться, он растет и формируется, и если к этому не прикладывают усилия родители, к этому не прикладывают усилия социум и те, кто его учат в учебном заведении, то тогда обязательно в это пустое место встроится. Тот, кто находится в виртуальном пространстве, и при этом он может быть кем угодно. Мы не должны понимать э, людей, которые находятся по ту сторону экрана, как некий обобщенный такой портрет mm -hmm. э, куратора. Это может быть кто угодно. Дети могут стать жертвами кибервойны, то есть определенной части отработки приемов по дестабилизации населения в стране, поскольку мы же понимаем, что они являются наиболее уязвимой частью социума. И когда что-то с ребенком происходит, мы же понимаем, это затрагивает не только его близких, но и тех, кто с ребенком общался. Это затрагивает знакомых, это затрагивает социум в целом. И происходит психологическая дестабилизация, что может быть очень выгодным другой стороне, которая находится uh -huh. в информационной войне. Хочу сказать, что, к сожалению, это не только со стороны России, но и вообще есть японский бот Момо. Это единственный бот, который был признан интеллектуальным ботом, поскольку совершенно невозможно было определить, что это нереальный человек, и он общался на множестве языков. То есть мы понимаем, цифровые технологии развиваются, а интернет Возник недавно по сравнению с тем временем, сколько живет человечество. И адаптироваться мозг человека так быстро к новой ситуации не может. Мы столкнулись с разрывом, когда бабушки, дедушки и родители настолько далеки в плане информационного развития от своих детей, что они не могут оказать им помощь и поддержку. И дети чувствуют в некотором смысле свое превосходство. А, про батьков я сейчас спитаю. Давайте трохи повернемся до ситуации в Боярце. Вы уже зрозуміли, а, с чем столкнулись дети, а, которые а, пили эти пигулки, и что это было? Это была какая-то черговая хвиля, это был черговый челлендж, мы столкнулись с какими-то новыми группами смерти. А, а Что это было? Когда что-либо происходит, всегда найдутся те, кто этим воспользуется. И поэтому в данной ситуации, если имеется в виду именно ситуация в Бойерке, я бы сказала, что девочки не ставили своей целью, я это говорю как суицидолог, девочки не ставили своей целью покончить с собой. Если бы такая цель была, они бы это сделали за пределами школы, там, где их не нашли. Более того, насколько известно, они перед тем, как выпить таблетки, uh -huh. они разослали знакомым сообщение, где сообщили о том, что они делают и что в итоге собираются сделать. И сделали это в пределах школы. Тем самым они себя обезопасили. Поэтому, полагаю, в данной ситуации сработало элементарное детское любопытство. А если нет условий, в которых ребенок может испытать свои границы, свои силы, посмотреть, на что он способен, ведь это же часть развития. Если таких условий нет, ребенок их найдет где-то в другом месте. Вот и предлагают подобные моменты что это такое, действительно челлендж возник, он, где он возник, уже не суть важно, потому что это может распространяться по другим социальным сетям, и в конце концов подобная информация может распространяться от ребенка к ребенку теперь уже, появившись где-то в одном месте в пространстве, и это устранив, мы не можем гарантировать, что это не будет распространяться дальше. Срабатывает оно совершенно по-разному. Дети действительно очень интересуются чем-то новым. Вот этот эффект новизны их притягивает, но у них не сформированы модели поведения, они еще не могут определить, какая информация может быть для них опасной. Честно говоря, даже взрослые часто попадают в ситуации, когда становятся жертвами мошенников и при всем их жизненном опыте не могут определить, что то, что они совершают, просто-напросто для них станет опасным не только в финансовом плане, ну, может быть и опасным для их жизни. Я сейчас говорю о шантаже и так далее. Mm -hmm. А дети, конечно же вообще они не в состоянии определить, насколько информация, которую они получают, может быть опасна. Они думают о том, что это интересно, они экспериментируют, они таким образом осваивают пространство. И мы должны понимать, что если первую социализацию первичную дети проходят в семье, и очень важно, что заложилось в семье, то вторичная социализация у нас сейчас в основном проходит в киберпространстве. Дети встречаются в реальности, но при всем при этом большинство времени они проводят в киберпространстве. Вірпространстві, а оно ж, кроме можливості, которые безусловно, є і огромных удобств і достоинств, оно также полно опасностей. опасності. Я правильно розумію? Я все ж таки хочу повернутись до першовитоків. Я правильно розумію, що навіть якщо знайдуть тих людей, які сформували ну таку таке завдання, випити 40 пігулок, ми не зможемо взяти під контроль саме явище. Яке вже ніяк не контролюється. Ми не можемо зрозуміти, де воно з'явиться, завдяки кому воно з'явиться, і що ті люди, які його запустили, вони а, залишаться без Ми повинні учитывать, що в принципі віртуальне пространство не має границ. І той же саме куратор або людина, розмістивши яку-лібо опасну інформацію, може знаходитися вообще на другому континенті. Он может находиться в стране, с которой нет договоренности между э, ки uh -huh. представителями киберполиции, и таким образом он просто может остаться безнаказанным. И мы понимаем, что киберпространство также это то место, где человек может себя выдавать за другого, воспользовавшись прокси-серверами и так далее. И э, подчас э, даже если либо ты невозможно определить, либо если даже определяешь, воздействовать очень сложно на то, чтобы перекрыть распространение информации как таковой. Как я уже сказала, возникнув в одном месте, она может даже распространяться от одного ребенка к другому. Поэтому мы должны это обязательно учитывать. И эм, хочу подчеркнуть, что все-таки... Та проблема, с которой мы столкнулись, она протекает волнообразно, и э, считаю, что нужно, чтобы понимали. Родители понимали, взрослые, что по ту сторону экрана могут находиться злоумышленники, которые просто, э, затягивая детей в деструктивные игры, в суицидальные игры, просто вымогают деньги, потом шантажируют. Это могут быть сверстники, которые таким образом самоутверждаются, это могут быть люди с психическими отклонениями, люди, страдающие манией. Это которые таким образом, доведя ребенка до самоубийства, получают определенное противоестественное удовольствие. Это может быть обозлившийся сосед, который таким образом мстит, например, за громкую музыку или еще за что-либо семье, которая его почему-либо не устраивает, может быть, uh -huh. поругались. Мы же понимаем, что это могут быть злоумышленники, которые, заставляя ребенка совершать противоправные действия, а среди заданий есть и такие, потом манипулируют ребенком, заставляя его делать в реальности то, что уже э, можно назвать криминальной деятельностью. Но, тобто, понимая при этом, бути... что ребенок не будет нести полную ответственность, потому что он еще э, не э, ну, юридически не может нести из-за возраста. Это может быть кто за угодно. Это может быть кто угодно. И в любом случае, даже если рассматривать это как часть информационной войны, безусловно, те, кто... Э, находятся в киберпространстве, пользуются любой возможностью для того, чтобы либо на этом заработать деньги, либо удовлетворить свои какие-то противоестественные потребности, либо просто самоутвердиться. Это может быть и обычный сверстник, обиженный на всех, угу. и таким образом он самоутверждается. Дивите, кому угодно вы сказали, что дети, ну, если можно так сказать, тестуют реальность на меже. А взагалі, а, чи відрізняється сприйняття у дітей а, нынешних, а, ну, скажем від тих, кому там 40 років, сприйняття смерті як такое? Як зараз формується сприйняття, якщо формується с а, сприйняття смерті? Все зависит от возраста ребенка. Например, ребенок до 5 лет имеет мифологическое мышление. И поэтому для ребенка смерть – это как переход какого-то человека, это может быть близкий человек, который умер, ну, знаете, как говорят, на облако, на небеса, в некое другое место, где он просто дальше продолжает жить, однако не может встретиться с, со своими близкими вот в той жизни, которая окружает ребенка, и поэтому близкие грустят. Постепенно, после где-то от 6 до 9 лет, формирование ребенка, восприятие ребенком смерти меняется ребенок начинает понимать что да действительно смерть существует но при этом воспринимает иногда смерть как результат каких-то неправильных желаний или слов своих собственных из-за чего может испытывать чувство вины смерть воспринимается как наказание понятие о том что пожилые люди люди в очень преклонном возрасте умирают есть, но это так далеко для них, что э, пропасть почти непреодолима, вот эта пропасть времени. Э, Где-то с 9 лет и дальше э, начинает формироваться своеобразное отношение к смерти. Я о нем расскажу, но скажу, что именно с 9 лет, хотя встречаются и раньше э, суицидальные э, поступки со стороны детей, все-таки с 9 лет в основном идет формирование суицидального поведения, потому что мало того, что у некоторых детей остается вот такое представление смерти, как чего-то, что их не коснется, то есть частично сохраняется у детей мифологическое мышление, при всем при этом начинает формироваться такое понимание смерти, как личное бессмертие. То есть смерть есть, она олицетворяется, у нее есть коса, капюшон и так далее, и они воспринимают ее как того, с кем можно договориться. А еще и на фоне понимания личного бессмертия, индивидуального бессмертия. Другой может умереть, uh -huh. думает подросток. Я нет. Приводит э, к так называемым явлениям, рис как рискованное поведение. Его очень называют фокальный суицид. Когда э, дети готовы рисковать своей жизнью, готовы э, вступать в какие-то вот э, деструктивные игры, суицидальные игры, полагая, что они смогут пройти всю цепь, ничего с ними не случится. Когда дети интересуются экстремальными развлечениями, это связано с тем, что они э, все-таки еще не воспринимают смерть так, как воспринимают взрослые. И еще один аспект восприятия смерти, мне бы хотелось подчеркнуть. Дело в том, что смерть кажется им обратимой. Uh -huh. Смерть как наказание близких за то, что они не так относятся. Смерть как наказание своих товарищей, как наказание учителей, кого угодно, воспринимается ими как некий акт, который имеет обратимость. Поэтому, когда дети говорят о смерти, они говорят, да, я умру, я буду смотреть, как все будут за мной грустить, плакать, как они будут раскаиваться, потому что по отношению ко мне поступали неправильно. А потом они поймут свои ошибки, я встану, и все будет хорошо. То есть как это не парадоксально, вот это вот конечность жизни, восприятие конечности жизни им еще не присуще. Именно поэтому они воспринимают смерть как один из способов манипуляции. Mm угу. если а, Дивіться, а, якщо дозволити особисте питання, да. людям, які відповідають за якісь сфери життя, я ставлю питання про ці сфери життя. Якщо дозволити, ви підходили до межі И і... У вас были думки про то, чтобы завершить жизнь? Вы знаете, очень интересный момент, поскольку о самоубийстве думают абсолютно все. Это такой философский вопрос, который рано или поздно обдумывает каждый. Каждый обдумывает конечность своей жизни и каждый в каком на каком-то определенном этапе своей жизни примеряет для себя, чтобы было если бы вдруг меня сейчас не стало, и при этом пытается понять, какие это вызовет последствия. И вот очень важным является понимание человека, конечности жизни и того, что в любом случае, что бы ты ни думал, чем больше сфер, которые для человека, взрослого ли, ребенка ли, являются ценными, тем меньше степень суицидальности. Потому что мы знаем, если, например, ребенок очень сильно привязан к родителю, а этот родитель в силу каких-либо причин уходит из жизни, и в данном случае это может быть авария, это может быть неизлечимое заболевание, ребенок может отреагировать импульсивно, а дети очень часто совершают импульсивные, демонстративно-шантажные суициды и ребенок прекращает свою жизнь, потому что он понимает, что он не может жить без этого человека. И даже взрослые, если они зациклены на чем-либо одном, степень их устойчивости очень невысока. Поэтому я всегда рекомендую иметь как можно больше сфер, которые являются ценными. И даже если в силу каких-то определенных причин какая-то сфера уходит из жизни человека, это может быть значимый близкий, это может быть потеря работы, это может быть расставание с каким-то человеком, это может быть человек, которого ты любишь, это может быть друг, или какие-либо другие моменты, например, когда в результате определенных... Ну, скажем, определенных травм человек теряет возможность заниматься любимым делом, спортом или еще чем-либо, у него обязательно должны быть сферы, где он сможет самореализовываться, самореализоваться, и где он сможет восполнить вот э, тот провал, который, к сожалению, uh -huh. образуется. И если, как я уже говорила, он единственный, то эта бездна его затягивает неизбежно. А что для вас было... тою сферою, де ви знайшли себе в якийсь момент. Якщо ми говоримо про момент ну думок про суїцид, а ви маєте в виду, чому я вибрала цю професію? Я вважав, що ви на моє попереднє питання відповіли так. Uh -huh. у, меня, у меня не было мысли о том, чтобы закончить свою жизнь, как те, которые бы имела смысл, ну как бы вот говорят, были причины uh -huh. для этого, не более чем философские раздумья. Но хочу сказать, что очень неправильно делить людей на тех, которые, да, безусловно, есть определенные склонности, даже сейчас определяют, что есть генетические, определенное сочетание белков в головном мозги, которые участвуют в формировании нейронных связей, что они могут быть причиной. Это безусловно тяжелое детство, это определенные травмы, это инфекционные заболевания, которые переносит человек. То есть есть ряд факторов, которые могут повышать суицидальность. Но скажу, что в определенных условиях при определенной ситуации каждый человек может совершить самоубийство. И здесь, чтобы вы поняли, о чем я говорю, мне хочется привести пример 11 сентября, когда в Соединенных Штатах люди выпрыгивали из башен высоких, просто не потому, что они понимали, что они не умрут. Они понимали, что они разобьются и умрут, но они выбирали между альтернативой ⁇ сгореть ⁇ или разбиться. То есть фактически они выбирали а, смерть, по их мнению. Более быструю. Именно поэтому здесь э, нужно, скажем, опять же, по-философски к этому подходить в определенном: никогда не говори никогда. Но наша задача является создать условия меня, как суицидолога и э, любого государства, которое ценит своих граждан, ценит подрастающее поколение, ценит тех, кто уже в возрасте, у них очень высокий процент самоубийств. Э, прежде всего, создать э, превентивные меры. Именно превентивные меры позволяют людям адаптироваться в какой-то ситуации и не перейти ту грань, за которой уже не будет возврата. Потому что человек, который принял, вот меня иногда спрашивают, ну вот почему такая ситуация? Кто-то покончил с собой, но... Когда опрашивают окружающих, которые были рядом, они говорят, да, человек бы находился абсолютно в нормальном состоянии 3-2 дня назад. Uh -huh. И в этот день совершения самоубийства он находился в нормальном состоянии, веселом, шутил, рассказывал анекдоты. А действительно, почему? А вот потому, что принял суицидальное решение. Человеку тяжело решиться на то, чтобы убить себя. Но когда принято решение, когда уже поставлена точка в том, что это будет сделано окончательно, то есть упущен момент, когда можно было вроде бы помочь человеку, вот именно тогда человеку становится легче. Он думает, совсем скоро все закончится. У, есть две фазы, это пресуицидальная и суицидальная. Вот пресуицидальная фаза, человек хочет, чтобы ему помогли. И ошибочным одним из мифов является понимание того, что если человек совершает самоубийство, он ненавидит жизнь. Поверьте мне, как суицидологу, все люди, которые уходили из жизни, они очень хотели жить. Они были просто поставлены в такие условия, когда они не могли справиться с ситуацией и не могли жить в тех условиях, в которых они оказались. Если рядом окажется человек, который протянет руку помощи, а ведь разные причины самоубийств, которые выслушают вот специалисты, именно медицинские психологи и суицидологи, они очень хорошо знают, что когда человека, который хочет покончить с собой, кто-то слушает, не делая оценочных суждений, не говоря, что ты придумал глупость какую-то и так далее, а просто выслушивает. Снижается суицидальная напряженность, и это может удержать человека от последнего шага. Именно поэтому, если просто кто-то хочет поговорить, рассказать... Неправильно человеку закрывать рот и говорить, давай мы с тобой не будем даже на эту тему думать. Пусть рассказывает, задайте вопросы, почему ты хочешь uh -huh. это сделать, а каким способом ты хочешь сделать, почему ты принял такое решение. Ну и потом всегда можно сказать, ты э, можешь это сделать, но, может, давай мы попробуем побороться за жизнь. Ведь право же она того стоит. И сказать человеку, что ты для меня ценен. Это может быть близкий человек, ты ценен для меня, я не представляю без тебя своей жизни. Это может быть друг, это может быть коллега. А это может быть иногда случайный прохожий, который, увидев кого-то, кто сидит на скамейке и плачет, просто подходит и спрашивает, в чем дело. И тогда незнакомому человеку такой человек, находящийся в безвыходной ситуации, может рассказать, поделиться. И сможет найти те резервы, которые позволят ему преодолеть это состояние. А вот когда уже суицидальная фаза находится, когда в суицидальной фазе находится человек, там уже необходима помощь подчас даже психиатров, потому что человек принимает суицидальное решение, там уже нужен суицидолог. Я хотела бы обратить внимание, что если речь касается суицида, обращайте внимание на квалификацию психолога. И мы понимаем, существуют терапевты, существуют стоматологи, существуют например, Например, те же урологи. Ведь никто же не идет с проблемой с зубами к урологу. И бывают психологи по экономической психологии, социально-политической. Uh -huh. Это замечательные, замечательные направления. Но если это касается здоровья и если это касается суицида, необходимо обращаться к профильным специалистам. Это суицидологи, это медицинские психологи. И это психиатры. Не нужно бояться обращаться к психиатрам. Сейчас у нас совершенно другое время, и такой стигматизации нет, как раньше. Более того, это можно сделать анонимно. Наталья Бугаева, меди медичный психолог, суицидолог, людина, пионер в Психологів, кіберпростір зараз з нами в студії. Валерій Кауліш у програмі я не можу не спитати. А взагалі, про на, на цю тему не дуже приємно говорити. І, і взагалі, от я так сиджу і так собі уявляю, що якісь люди Ну могли дуже засмувати, слухаючи нашу бесіду. Вы знаете, всегда боятся говорить о смерти, уж тем более о самоубийстве, потому что вот здесь существует стигматизация семей, в которых что-то произошло. Например, если ребенок покончил с собой или взрослый, почему-то семья обычно воспринимает это как то, что а, это было сделано, потому что не было в семье хороших отношений, не было любви. Бывает и так, uh -huh. но не всегда. Бывает, что ребенок или близкий человек, совершая суицид, не хочет об этом говорить своим близким потому что он их жалеет, потому что он их любит, потому что, например, знает, что у кого-то из близких больное сердце, и знает, что, может быть, в данной ситуации вряд ли можно рассчитывать на помощь, можно сделать только хуже. И именно поэтому, мне кажется, об этом нужно говорить. Обязательно. Все зависит от того, как мы это проговариваем. Я бы, например, рекомендовала все-таки не говорить, какие препараты пьют, какое количество uh -huh. таблеток. Это может принести вред тем, что кто-то, услышав название препарата и дозу, поймет, что, наверное, нужно выпить больше и так далее. Но мы же понимаем, для того, чтобы уйти из жизни, не обязательно нужно вообще что-либо... Брать отравляющие. Давайте я не буду называть количество литров, но я вам хочу сказать, что не так и много, но от определенного количества обычной чистой воды человек тоже может умереть. Поэтому эм, о смерти с детьми тоже нужно говорить. У нас подчас говорят детям, что кто-то ушел на небо. Это остается очень долгое время понимания в семье. А раньше детей брали на кладбище, они видели, что кто-то умирает. Ну, безусловно, здесь нужно учитывать возраст и состояние психологическое ребенка, безусловно. Угу. Но при всем при этом дети должны знакомиться с таким понятием, как смерть. Иначе она представляется для них чем-то нереальным или тем, с кем можно договориться, или же чем-то обратимым в компьютерных и тем самым потра. Совершенно верно. Как в компьютерных играх, как в фэнтези, как в определенных фильмах. Когда ты понимаешь, что как кошка ты можешь смело проживать свое количество жизней и все сделать по-другому. Понимание того, что ты можешь сделать и что-то исправить только когда живой, подчас отсутствует даже у взрослых. И это печально, но это не повод для того, чтобы не говорить об этом. Говорить нужно, но говорить нужно правильно и своевременно. Мы повернулись до э, темы детей, и это очень хорошо. А, насколько я понимаю, чи, можливо, так все батьки кажуть, або говорят кажут, э, люди, які так, десь там, якісь ценз переходять, що ми чогось не знаємо про своїх дітей, що ми взагалі їх не знаємо, і що зараз вони живуть якимось іншим життям, а ми були інші. А у нас були одні цікавості, і все було добре зараз. Чим вони живуть? Ми дійсно не розуміємо на загал своїх дітей. У них зовсім інший світ. Чи ми якось співпадаємо? Все ж таки. Давайте наверное, Отвечу на ваш вопрос. Может быть, со взрослых. Mm -hmm. Как медицинский психолог, работая с людьми, я могу сказать, что даже взрослые сами себя не знают подчас. Они сами себя открывают и удивляются, что что-либо им присуще, а что-то, с чем они жили, полагая что это для них э, свойственно, вдруг оказывается, что на самом деле они все время совершали самонасилие над собой. И вот это незнание себя, незнание, как правильно взаимодействовать друг с, друг с другом внутри семьи, внутри коллектива, учебного, производственного, конечно же играет существенную роль в том, что э, общество... Э, в обществе возникают своеобразные бреши, куда и закрадываются такие а, вещи, как суицид, депрессия, а, неверие в себя. И, конечно, то, что мы сейчас живем в эпоху очень больших глобальных перемен, ведь по сравнению с жизнью человечества интернет возник, как говорят, секунду назад. <т <NCN2> <т <-igent> И мы понимаем, что, безусловно, это и средства глобализации, и, с другой стороны, интернет сам по себе является глобализацией, и уже нет тех границ между странами, которые были. Формируется свой мир, формируются свои взаимоотношения. Мы понимаем, что повлиять на очень многое невозможно, и дети проходят вторичную социализацию, как я уже говорила, в интернете. Они там в основном, они там не только узнают мир, но они и узнают мир виртуальный, который отличается от реального обратимостью. И вот совершенно правильно вы сказали по поводу игр, потому что переходят определенные границы, полагая, что эти оба мира абсолютно идентичны и похожи. А я бы сказала вообще, что это не оба мира. Это один мир. И наш физический мир, и виртуальный это один и тот же мир. Это просто часть нашего реального мира. Но поскольку возник он недавно, психология людей э, не успевает, психика людей не успевает mm -hmm. адаптироваться к этим изменениям. Э, я Обычно привожу в пример тот момент, когда возникли автомобили. Несмотря на то, что в час проезжало каких-то там 2-3 автомобиля, было очень много автомобильных аварий и жертв. И тогда поняли, что необходимы правила дорожного движения. Мы сейчас находимся вот в этом моменте разрыва, когда пространство со всеми его безусловными достоинствами и возможностями таит много опасностей. И для того, чтобы в нем чувствовать себя... Безопасно, как и в реальном мире. Мы же понимаем, реальный мир тоже опасен. Если мы не знаем правил, если мы не соблюдаем определенных законов, точно так же и в том мире необходимо адаптироваться. Если сами взрослые э, совершают ошибки, и они не адаптированы к этому миру, каким образом дети смогут научиться? Именно поэтому мне кажется, что проблема деструктивных каких-либо э, сайтов, деструктивных игр, суицидальных игр. Это не единственная проблема. У нас есть проблемы, когда э, детей затягивают в криминал, когда детей затягивают в э, противоправную деятельность, в террористическую деятельность и так далее. То есть мы сталкиваемся с тем, что это носит некий глобальный системный характер. И это касается не только Украины, а с, с чем-то, что имеет системный характер, нужно бороться системно. Именно только родители, э семьи, э образовательные учреждения э или общественные организации ничего не сделают. Тут необходимо создавать систему, которая объединит все это, и, безусловно, основная роль должна принадлежать mm -hmm. государству. Дивіться, я так розумію, посередником між цим, цією частиною реального світу, там назвемо віртуальною, і е, дитиною, людиною є е, гаджети. Якщо встановлювати правила дорожнього руху по відношенню до них, ну перше, що там приходить на думку, це якось встановити якийсь таймінг, скільки там можна дитина знаходитись, так. Або е, поставити якісь блоки на не знаю, на порно, на, на насилля, там 18+, і все таке інше більш-менш це я розумію, але як переконати дитину сприйняти ці правила, як переконати дитину, що якщо їй щось забороняють в гаджетах, або з, е, сам термін е, користування гаджетом, що це для неї плюс. что это делается саме для нее. Как ребенка? Объяснять. Потому что когда, если, например, вот нам с вами сейчас кто-то зайдет и скажет, вы не должны чего-то делать, первой вполне справедливой нашей реакции будет «почему?». Вот это понимание «почему?» очень важно. Именно поэтому в начале, когда ребенок маленький, нужно уделять внимание ребенку, сидеть вместе с ним за компьютером, обучать. Безусловно, поставить какие-то блоки. Если вдруг ребенок случайно по какой-либо ссылке перешел, вы зашли и увидели, что у него на экране порнография, не нужно из этого устраивать истерики. Это могло быть случайно. А вот если вы скажете, сейчас же закрой это, это вызовет интерес. Нужно просто закрыть и объяснить, сказать, что, к сожалению, есть такие участки где могут находиться злоумышленники. Они размещают вот такую информацию. Потом они тебя могут выманить в реальность. Это может быть для тебя опасным. То есть необходимо, чтобы ребенок понимал, почему ему не следует заходить в определенные участки. Нужно пояснить ребенку, что когда ты повзрослеешь, ты, безусловно, сможешь э, более свободно э, посещать различные участки интернета. Но это не значит, что они будут безопасны всегда, просто ты будешь лучше знать эти правила. И мы же понимаем, чем меньше возраст ребенка, тем больше необходим э, внешний контроль. Но когда ребенок растет, все-таки нужно в нем воспитывать самоконтроль. Потому что когда ребенок выходит за пределы учебного заведения, за пределы своего жилища, он может со своими э, знакомыми, товарищами, сверстниками посещать все что угодно, любые участки виртуального пространства. И если у него нет самоконтроля, если он не умеет говорить ⁇ нет ⁇ если у него нет никаких других интересов, а есть только пустые места, которые заполняются. Очень быстро, чем попало, более того, целенаправленно подчас заполняются теми, кому это выгодно в виртуальном пространстве, тогда мы сталкиваемся с тем, что ребенок не управляем, он считает, что просто-напросто его контролируют и совершают над ним психологическое насилие, то есть вот такое непонимание. И бывает, к сожалению, так, что ребенок с родителями не находит взаимопонимания, как же поговорить с ребенком, чтобы... Mm -hmm если мы видим, что изменилось какое-то поведение, вовремя среагировать, тогда нужно искать значимого взрослого. Таким значимым взрослым может быть старший брат или сестра, может быть дядя, тетя, бабушка, дедушка. Иногда бывает, что дети, у детей складываются очень хорошие отношения именно с представителями старшего поколения. Но, возможно, это вообще кто-то не из семьи? Это может быть кто угодно. Это действительно может быть просто друг семьи. Это может быть родитель кого-то из детей, с кем дружит ваш ребенок. Не нужно бояться этого. Но нужно, чтобы этот человек деликатно, ненавязчиво постарался узнать, в чем проблема. И вот если действительно есть проблема, требующая вмешательства просто детского психолога, пожалуйста, добро пожаловать к детскому, к возрастному психологу. Если же вы видите, что это связано с, со здоровьем ребенка, тогда нужен медицинский психолог. Если же вы видите, что это связано с опасностью для его жизни. Тогда уже нужно обращаться к суицидологу, к медицинскому психологу и либо под определенным предлогом, которого ребенок, ну вот у ребенка всегда есть какие-то проблемы, которые он готов решать. Можно предложить, давай мы пойдем к специалисту и решим эту твою проблему, а специалист уже сможет, опытный специалист. Поговорить с ребенком, разговорить и перевести в нужную плоскость разговор для того, чтобы понять, в чем проблема и предотвратить какие-то фатальные последствия. А бывает так, что иногда специалист просто, ну, бывают такие ситуации, когда ребенок категорически отказывается идти, и тогда просто такой специалист может прийти домой под видом знакомых кого угодно Друзья, и а найти я, контакт. Я я я, я разумею, что фахиевец, это необходимо справа. Більшість людей, я впевнений в цьому, а, ну, дійсно стигматизує стосовно, о, ми підемо до лікаря, а це значить, моя дитина не така, щось не таке. а Він буде хворий, його будуть цькувати і все таке інше. Чи не здається вам, що батьки загалом не сприймають виховання як працю? Як роботу, яку треба робити. І що зараз відношення батьків, ну, воно трохи таке розважливе по відношенню до своїх дітей. А ви знаєте, це їх обов'язок. вот в принципе предоставить условия для развития ребенка, за что и лишают родительских прав. Почему существуют статьи, когда, например, и лишают родительских прав, когда ребенка изымают из семьи. Это связано с тем, что родители не выполняют своих обязанностей. Так вот, воспитательная функция – создание условий безопасных для жизни и психики ребенка и создание условий, в которых ребенок может развиваться как личность, это является обязанностью родителей. А у нас родители подчас очень удивляются, что это их обязанности, а не обязанности, например, кого-то за пределами семьи. Потому что они считают, что достаточно того, что они обеспечивают ребенка. Но для ребенка очень важным. Прежде всего, есть Присутствие в его жизни родителей, близких людей. И э, тут я бы хотела подчеркнуть э, неправильность высказывания, когда говорят, что взрослые родители должны быть друзьями своим детям, друзьями, но ведь друг может и предать: uh -huh. мы сегодня дружим, а завтра мы не дружим. Друг это равный, а следовательно, возникает некий эффект конкуренции. Так вот, Взрослый человек должен быть авторитетом. Он должен быть опорой и поддержкой. Ребенок должен понимать, что когда он обращается к взрослому, к родителю, это может быть там бабушка, дедушка, я говорю сейчас о семье, он не услышит в ответ брань, он не услышит в ответ то, что он ничего не стоит, что то, что ребенок совершил, а ребенок может совершить э, какие-то действительно не очень хорошие шаги, потому что он ребенок, он многого еще не понимает. Как же его научить спокойно выслушать, объяснить, что то, что ты сделал, могло причинить боль другому, то, что ты сделал неправильно, и просто научить, воспитать ребенка, это является наиважнейшим. Если же ребенок знает, что он о чем-то скажет, чем-то поделиться и в ответ только услышать ругань, будет скандал и будет еще хуже, ребенок замкнется и никому ничего не скажет. И вот, что бы мы ни говорили, может быть разная причина, которая возникла у ребенка, из-за чего у него нарушилось психологическое равновесие, из-за чего он получил психологическую травму. Она может лежать за пределами семьи, но если в семье есть взаимопонимание, доверие, основанное на авторитете взрослых, ребенок всегда поделится, и взрослые смогут своевременно принять меры, которые необходимы для того, чтобы ребенок не сделал какого-либо... Ні, а тим более фатального шага, який будуть стоїть йому життя. Наталія Богайова, медичний психолог, суїцидолог. Зараз нами в студії. Валерій Калниш у програмі, я не можу не спитати. Ну, ось ми потроху підійшли до а, такої підтеми нашої бесіди. Це про пошук спільної мови між а, батьками та дітьми, а ви говорите. Я я розумію цю ситуацію, коли дитина приходить і шукає поради, шукає якоїсь там моделі поведінки. А якщо дитина взагалі нічого не говорить? Ну він не говорить, ти в нього питаєш, що в тебе відбулося, а чому ти такий сумний? А він мовчить або каже, що да ну, нічого, нічого не відбулося. Як його от, вивести на контакт, на спілкування? Ну, во-первых, ми понімаємо, що якщо рібенок нічого не говорить, значить нет довіри. Всегда можно создать какие-то определенные условия. Может быть, ребенок не хочет говорить дома. Можно э, куда-нибудь поехать на природу, и, может быть, там ребенок раскроется. Можно пригласить на природу, как я уже говорила, значимых для ребенка взрослых. Э, может быть, и не сильно э, от него отличающихся по возрасту. Mm -hmm. Это может быть там дядя, тетя, э, то есть те, к кому у ребенка есть доверие и предварительно обговорить ситуацию. Если у меня не получится, допустим, диалога с ребенком, пожалуйста, я просто отойду, буду заниматься чем-то, а тогда можешь, например, поговорить, узнать. Но однозначно, если что-то ребенок не хочет говорить, значит, что-то его беспокоит. Если его что-то беспокоит, значит, он не знает, что это за ситуация, как в этой ситуации поступить. А мы понимаем, ребенок может поступить неправильно. И вот отсутствие возможности получить своевременный правильный совет как раз подчас приводит к тому, что начинает накапливаться вот эта ошибка. Ребенок совершает какой-то шаг, становится еще хуже. Он совершает еще один шаг, у него нет опыта, у него нет тех моделей поведения, у него нет того понимания жизни, которое есть у взрослых. И мы же прекрасно понимаем, когда нам было... 5 лет, когда нам было 15 лет, это большая разница, 15 лет или нам 40 лет, мы это все понимаем, разница есть, даже между взрослыми есть разница, потому что опыт, мудрость приходит с годами, и ребенок нуждается в том, чтобы его научили. Не нужно создавать условия, в которых ребенок будет наступать на те же самые грабли, на которые наступали его родители. Создайте условия, в которых он сможет пройти свой жизненный путь, минуя по возможности вот эти вот удары с которыми столкнулись вы. А если нет доверительных отношений, значит, как я обычно говорю, в любом случае, если что-либо случается с ребенком, с близким человеком в семье, нужна, подчас очень нужна семейная психотерапия, если все-таки mm -hmm. проблема кроется в семье. Потому что вот это нарушение взаимоотношений, нарушение субординации подчас бывает. Когда, например, ребенку, говорят, у нас замечательная семья, но ребенок загнан в угол тем, что ему предъявляются завышенные требования. Мы понимаем, это момент гормональной перестройки организма, кроме всего прочего. Ребенок может быстро уставать, организм растет, физически растет, зреет психически. И требовать от ребенка чрезмерных перегрузок подчас бывает очень неправильно. А из ребенка хотят сделать того, кем сами не стали. Например, заставляя ребенка достигать чего-то в спорте, при этом посещать какие-то секции, приносить только хорошие оценки. Так вот, в раннем школьном возрасте одной из причин суицида является, представьте себе, получение низкой оценки. Ребенок настолько боится не соответствовать требованиям родителей. Uh -huh. Он боится, что его будут за это ругать, что это может быть поводом для суицида. Мы, взрослые, скажем, нет, это не повод, не может быть, это ерунда. Но это ерунда для взрослого, а не как для, не для ребенка, который зависим от своей семьи, который любит своих близких и больше всего хочет заслужить их признание и уж никак не осуждение. Пани Наталья, а, а, я правильно почув. А, Вы говорите про те, що дитину надо захистити от тих помилок, які ты зробив сам. Я правильно почув? А зачем изобретать колесо? А Чи не здається вам це я, це? Я питаю, я в жодному разі не сперечаюсь, але є така думка, що для того, щоб там дитина сформувалась, вона навпаки має пройти через всі ці припони. Вона має вже в ранньому віці стикнутися з якимись проблемами, аби сформувати якусь реакцію і модель поведінки на якісь проблеми. Чи не неутримуемы мы детей, если мы их э, опикуем, если мы их защищаем, а потом они вырастают, стакаются с реальным светом, а в них, у них рефлексив. Вы сейчас абсолютно правильно сказали, и я как раз не имела в виду то, что их нужно опекать. Но условия, в которых они могут познать себя, узнать собственные границы, способны ли они на что-то? Ведь человек должен познать себя, чтобы сформироваться как личность на что он способен, на что он не способен, узнать свои границы, возможности. Лучше, когда это делается в контролируемых условиях. Именно поэтому, когда, например, человек, ребенок, подросток склонен к риску, бывает такое, ну вот такой экстремальный тип. Я всегда рекомендую лучше такого ребенка отдать в какую-то секцию, где он под наблюдением, присмотром и контролем профессионалов сможет определить свои границы, сможет узнать себя, сможет себя реализовать. И когда я, например, разговариваю с теми же самыми подростками, молодежью, которые занимаются экстримом, и объясняю им, что подчас проблема того, что срываются, когда, например, пытаются на руках пройти по... Ну, Зависнув ну, ну, так, под мостом, так, так. пройти какое-то uh -huh. расстояние и так далее заключается в том, что они ели или не ели утром, они очень удивляются. И я понимаю, что подчас проблема как раз иногда бывает в том, что есть информационный хаос, который вот возник в период пандемии по всему миру возник этот информационный хаос. Он, конечно, отразился и на детях, и на взрослых, и на росте суицидальности. Мы понимаем, что подчас нет правильной и реальной информации для детей, правдивой информации. Они пытаются найти ответы на какие-то вопросы. Открываем с вами интернет, входим, и вы знаете, собственно говоря, там такой хаос царит. Вот что найдет ребенок ну то и сочтет правдой. Научить ребенка отличать правду от лжи, распознавать дезинформацию. А научить ребенка тому, что им могут просто манипулировать в своих собственных целях, это очень важно для понимания ребенка. Прав... Ребенок не хочет знать, что им кто-то манипулирует, он является просто игрушкой в честь... Само сам, так, но это а, справа, а, я трохи, как мыдинок скажу, что 80% взрослых не могут отличить дезинформацию. Вот в этом и проблема, о которой я говорила в начале. Именно поэтому частью моей работы является борьба с мифами. Вот, например, есть такой сейчас расхожий миф, ну, просто удивляющий меня. Страны, которые, в принципе, дружественные страны, подчас не могут договориться в отношении каких-то экономических вопросов, а тут вдруг возникла пандемия, появился SARS-CoV-1, который вызывает COVID-19. Uh -huh. И вы знаете, страны даже, в общем-то, разной политической, ну, скажем так, направленности, страны даже враждующие, вдруг предстали в таком непонятном единстве. Они поют в унисон и все согласились моментально сокращать население. Вот меня удивляет, где был найден тот рычаг мирового правительства, который позволил всех так по мановению волшебной палочки объединиться. Но вы знаете, к сожалению, взрослые в это свято верят. Свято верят, что вируса не существует. И свято верят в то, что они, а тут на минутку я скажу довольно удивительную вещь, они бессмертны. Так же, как те дети, и мы понимаем, что иногда взрослые просто зависают в определенном, на определенном этапе своего развития, когда они верят в свое индивидуальное личное бессмертие, потому что это кого-то везут в скорой помощи, mm -hmm. это кто-то умирает в реанимации. А з ними такого не случиться ніколи? Смогуть ли они научити безпеці своїх дітей? Сумніваюся саме так. А, тут я на 100%. А, у нас залишається, на жаль, всього лише три хвилини. Я питання, звичайно, воно не на три хвилини, але тим не менш. Ковід підійшли до нього. А, як що рекомендувати батькам, які втомились від своїх дітей? Ну, вони втомились. это ну, не тому, что вони их не люблять, а потому, что проблемы, работа, деньги, все такие інше. Что им сказать, як как им перезапустить себя? Ну, во-первых, мы должны понимать, что любой человек не имеет бесконечной резервы. Резервы здоровья, психические резервы, психологические резервы. И если человек находится в состоянии стресса, тот же кортизол, который вырабатывает кора надпочечников, гипофиз он первое время направлен на адаптацию к ситуации. Эта ситуация может быть либо что-то произошло в семье, либо, например, это там землетрясение, какие-то чрезвычайные mm -hmm. ситуации. А потом чрезмерное выделение кортизола приводит как раз-таки к обратному эффекту, когда возникает дистресс, и человек постепенно теряет свои силы, внутренние резервы, и, как я говорю, запускается фактически программа на самоуничтожение. То есть человек постепенно иссякает. И мы должны понимать, что каждый человек должен к себе относиться с любовью. Это не значит смотреть в зеркало и говорить, какой потрясающий. Это значит давать возможность себе отдохнуть ради тех же детей, которых любите. Найти возможность, например, договориться с кем-то, оставить своих детей, поехать и просто посидеть на природе, поговорить э, с теми, с кем тебе приятно встретиться. А может быть, иногда просто, тоже есть люди, которые восстанавливаются в одиночестве. И тогда нужно давать себе возможность побыть наедине с самим собой, хотя бы для того, чтобы подумать о чем-то, почитать любимую книгу и понимать, что жизнь это не бесконечная гонка, в конце которой тебя ждет приз. В конце мы знаем, чем это все заканчивается. Жизнь – это процесс, который должен приносить удовольствие. А для того, чтобы он приносил удовольствие, необходимо бережно относиться к тем, кто рядом с нами, и бережно относиться к самому себе. Потому что чем мы наполнены, тем мы и поделимся с окружающими. Прекрасные слова. Дуже дякую. Наталья Бугайова, медичный психолог, суицидолог, а людина, яка... Я так розумію, створює э, психологію і розуміння психологів кіберпростіри. Була зараз з нами. Це була програма. Я не можу не спитати і провів Валерій Калниш до наступного вівторка. Що вівторка, о восьмі вечора, Валерій Калниш у програмі я не можу не спитати.